Жми лайк, и как только мы набираем 2000, я скидываю ссылочку на Cuphead для наших Android-девайсов. Здорово, ребят, с вами Илья, и мы продолжаем следить за новостями мобильной версии Cuphead для Android-платформ. Для начала есть небольшая новость от официальных разработчиков, и она, к сожалению, для нас не очень-то и радостная. Официального Cuphead, к сожалению, не будет на мобильные платформы, и именно так заявился учредитель данной компании. К сожалению, официальная игра не будет доступна для мобилок, поэтому нам приходится дальше искать обходные пути и искать именно такие неофициальные релизы. Вообще, мы уже знаем, что ребята пилят, в общем-то, неофициальную версию игрушки на Android, и, кстати, на мой взгляд, игрушка получается очень даже бодрой, поэтому и далее будем в нее рубиться. Да, игра на самом деле уже доступна, и прямо сейчас вы можете ее спокойно заценить на своих мобилок и вот так вот с удовольствием поиграть. По крайней мере, сильные девайсы игру просто на ура тянут, лично у меня подвисаний не было, поэтому с этим полный порядок. Вообще, на данный момент доступна именно четвертая беточка данной игрушки, и уже активно пилится новая версия. В новой версии будут добавлены новые карты, диалоги, наконец-то магазин и многое-многое другое. Релиз, к слову, будет уже на конце января или начале февраля, так что в целом скоро оценим. В любом случае, как только игрушка появится, я, конечно же, дам вам знать, сниму видосик, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик. Ну а я пойду дальше искать для вас годноту и что-нибудь годное скоро сниму. До скорых встреч и пока!